на руки. Одно жаль, этот дом загниет скоро изнутри. Крыши просто нету. Она гнилая полностью. Ну а видишь, тут и себестоимость 30 тысяч вот этого всего. То есть все соберут, за 30 тысяч вот это все сделают, построят. Точно такой же. Как бы не жалко. Зато оно быстрее старится и выглядит как старинное. А крышу перекрыть это. Двух дней работа. Видимо, не крыли, потому что типа мох, типа красиво, исходя из таких соображений. А потом снегом продавило. Потому что реконструкции делают из сосны, а должны делаться из осины. Ну или из лиственницы было бы круто. Наверное, да, надо брать, потому что там еще какое-то здание. Эту церковь мы же не видели. Давай побыстрее. Со славы. Мама даже не успела. Нет, не барашек. Все, давай. Пробку создаю. Нет, там... И почему они разные? Это же архитектор. Ау. Что ау? Ау это не... Хорошо. Какой тут тебе больше стороны? Да, интересно. Нет, фотографируется. Да, вот иди, что бы вообще тут... Я посоветуюсь с офисом, да? Такую деятельность развела. Она, кстати, иногда не знает, когда ее спросят. Да ладно. Лен, ты такие моменты встречала? У Евгения была не в курсе чего-либо. Да, было такое один раз. Не запомнил. Случился такой конфуз. Мастерской. Что-то хотели сделать? Ну, в общем-то, да, по большей части. То ли дерева не хватило. Точно, наверное, кайф. То ли изначально она была в
каких-то таких условиях. Заморочились. Это заметно. Но это явно связано с какой-то привязкой к местности или что-то в этом роде. То есть это... Что-то надо было. Может быть, вокруг дерева она была. Может быть, на берегу ручья. Может быть, там был родник. Заморочились? Очень. Это очень не характерно для исп, именно с той точки зрения, что отапливать. Углы промерзают, поэтому делали квадратные. За дверью. Потому что он, дверь-то вся сигнализация обклеена. Углево. Сайгон. 1742 год. На полы посмотри, как здесь сделано, видишь? Да. То есть они типа должны были бревно отпилить, да, получается? И сделать выступ, на него положить доски. Там заморочка, короче, в том, что симметричные комнаты. Такие полукруглые. То есть неважно, как смотрится здание снаружи, они не могли изнутри сделать, видимо, перегородки. И перегородки являлись несущими стенами. Потому что вот эта комната полукруглая, и там полукруглая. То есть это была такая фишка. Для этого они и заморочились. Вот здесь это видно. Представляешь, то есть вместо того, чтобы внутри сделать перегородку, они вот... Идите. Это занятно. Да. Что пошло? Где пирамиды, да? Я же тебе говорю, они не стихи. Я не помню. Я здесь был, блин, крайний раз в пятом классе. Что так у меня было? Ты здесь был? В пятом классе. И то даже не здесь. Я был около пирамиды. А ее здесь нет. Значит, я был не здесь. В Митино я был году в 2003 на закрытии байк-сезона. Тогда еще в Торжке не было клуба «Ночные волки» и было много вольных байкеров. В Торжке пирамида? Я тебе честно скажу, я не знаю, где она. Ну, она под Торжком. Где-то тут, в этом да, районе. Да, где-то здесь. Есть одна пирамида, я даже знаю где.
Но она вообще в другой стороне от Торжка, это в сторону Кувшиново. Мы зимой гоняли по тому маршруту, там тоже усадьба, то ли Львовых, то ли Полторацких. Вот, и там сделана пирамида, ледник. А, Крылов недавно туда народ водил. Да-да-да. Это под Торжок? Да-да-да. Да. Усадьба просто вообще великолепная, красивая, ну блин. Ну почему просто не отдают, я не знаю, в добрые руки. Она ее тупо сожгли. Просто реально, если бы мне отдали, допустим, какую-то усадьбу типа Млевичей в добрые руки под реставрацию, я бы квартиру продал, я бы там жил. Если продать квартиру, мне бы с трудом платил бы на стекло пакеты. Потому что там... А, нет, на стеклопакеты хватило. Потому что я там посчитал, там стеклопакетов на 900 тысяч. Большие сложные окна? А? Большие сложные окна? Нет, все окна вообще стандартные. Самые что-то обыкновенные. Сколько же там окон? Это с учетом примерной только стоимости окна. Я думаю, оптовикам там сделают скидку, это раз. А во-вторых, поставить пластиковое окно я и сам могу. На том же самом Октябрьском 99 первые 3 или 4 подъезда ставил я. Плавали, знаем. Поехали до таблички. Посмотрим. Познакомимся. Она муравейник нашла. Ну, тут дорога. Здесь менее склон, менее такой.